Всем доброго дня! Сегодня буду готовить мясную запеканку. Сначала смазываем противень растительным маслом. Затем укладываем мелко нарезанный картофель. Солим, перчим, добавляем специи по вкусу, а также немного майонеза. Следующим слоем добавляем любой мясной фарш, который у вас есть. Главное, чтобы в этот фарш уже была добавлена соль и перец. Следующим слоем укладываем мелко нарезанный лук, болгарский перец и морковь кружочками. Солим по вкусу и добавляем немного майонеза. Следующий слой – мелко нарезанные шампиньоны. Также добавляем соль, специи по вкусу, немного майонеза. Я добавила еще сыр, кусочки сыра. Добавляем водичку и ставим запекаться в духовке примерно на час до готовности при температуре 200 градусов. Ну все, запеканка готова. Легко и быстро. И самое главное, что очень вкусно. Если вам понравились мои видео, то подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе моих новых видео. Всем приятного аппетита и отличного настроения. Пока-пока!